На протяжении многих лет мы неоднократно говорили о том, что у Путина есть феноменальный талант. Никто в мире не умеет настолько качественно унижать русских, как это делает царь-батюшка. Примеров в самых разных сюжетах мы приводили десятки, если не сотни. А сейчас покажем вам очередной, так сказать, свеженький. Итак, город Братск Иркутской области и реклама, при виде которой ура-патриоты, видимо, должны еще сильнее гордиться страной. Россия – мировой лидер по добыче природного газа. Всем ясно, Россиюшка-то мировой лидер, оказывается, одного только газа добывается столько, что хоть скрепными местами жуй. Вот только, ой, жители Братска, где и размещена реклама, в большинстве своем этого самого газа и не видели, отродясь. Газифицирована лишь небольшая правобережная часть города, а вот на левом берегу отапливать приходится по старинке – угольком. Братск разделен Ангарой. Сейчас в городе газифицированы только правобережные районы. При этом баннер о газификации появился в микрорайоне Подун, то есть на левом берегу, где стоит ТЭЦ, работающая на угле. С газом было бы проще. И дров не надо, а газ – это вообще хорошо. Мне приходилось жить в домах, где был газ. Это очень удобно. То есть, как говорится, газ есть, но не по вашу честь. Да и вообще, нечего холопов такими удобствами баловать. Это для транзита газа в Европу Путин готов был десятки миллиардов долларов из бюджета выложить. Стоимость «Северного потока-2» оценивается в 11 миллиардов евро. Не считая вложений на создание инфраструктуры для дальнейшей транспортировки газа в Европу. А вот на газификацию Иркутской области денег нет даже не годами, десятилетиями. И это при том, что на территории области находится Кавыктинское месторождение, одно из крупнейших в России по запасам газа. После запуска Кавыктинского месторождения многие жители региона надеялись, что это значительно приблизит приход голубого дешевого топлива в их дома. Дело в экспорте газа. От него напрямую зависит бюджет страны. И так как европейские рынки сейчас закрыты, растут поставки российского газа в Китай. Но мудрые бояре, конечно же, решили, что газ из Иркутской области больше нужен китайцам, чем местным. А холопы пусть новости о поставках в Китай смотрят и гордятся. В 2025 году мы должны поставить 38 миллиардов кубометров газа, а дальше 50 миллиардов кубометров газа. Справиться с такими поставками только одно Чаяндинское месторождение в Якутии, которое включено в силу Сибири, не может. И поэтому к этому месторождению подключается Кавыктинское месторождение. В связи с этим газ фактически не остается использовать для Иркутской области. И вот это, друзья, типичный русский мир, когда свои заплеваны и унижены, но при этом должны страшно гордиться страной. И ладно бы жители Иркутской области не нуждались в газе, но нет, сейчас мы вам покажем немножко местного процветания. Перспектив в поселке Мама нет, работы нет, и поэтому люди просто выезжают в никуда. И все это закрылось, все это заросло. Дорог нет, природа свою взяла. Жизнь она, видите, как вроде... можно сказать, заканчивается. Это поселок с нежным названием Мама. Когда-то на заработки сюда съезжались со всего Союза. В окрестностях Мамы добывали слюду. А местные жители получали очень приличные, по тогда еще советским меркам, северные надбавки. Когда существовал комбинат, была работа, были люди молодые, приезжали, зарабатывали, горняки получали деньги, север. Все ехали на север за длинным рублем, так сказать. Но Союз развалился, и спустя какое-то время у власти в Москве оказался крепкий хозяйственник с фамилией НП. Тот самый, который называет себя собирателем земель русских. Вот только лучше бы он не новые земли разрушал, а на старых навел порядок. Иначе получится, как уже в упомянутом поселке Мама, где от былого величия не осталось и следа. А местные жители, чтобы не замерзнуть зимой, вынуждены разбирать жилые дома. Не хватает угля. В поселке Иркутской области для отопления разбирают старые дома. В поселке Мама Иркутской области дома топятся остатками угля и бревнами. Люди жалуются, что батареи еле теплые, а вместо горячей воды течет холодная. Вот бы такое по федеральным каналам показать, так сказать, русский мир без прикрас.
Но ложков там, конечно, нет. Поэтому, закинув в печку часть крыши соседского дома, жители Иркутской области смотрят по телевизору сюжеты о якобы замерзающей Украине или Европе. Без российского газа Европа замерзнет. Европа просто не просто замерзнет, а околеет наглухо. Еще хуже дела обстоят на Украине. Запасы газа в хранилищах опустились ниже уровня начала закачки. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Более того, в троллинге западных буржуев не стесняется принимать участие и лично Путин. Сейчас вот дед из бункера вылезет и о средневековье всем расскажет. Население, как в средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем? Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. И вы, друзья, думаете, он не знает, что половина его страны как раз в средневековье и живет? Да, отлично знает. Просто дед за 20 лет на практике убедился, что как холопов не унижай, они все равно из стойла носа не высунут. Более того, даже не сомневаемся, что в поселке Мама Иркутской области, где люди живут вот так. Было благоустройство здесь 100%, были очистные сооружения и все. Было у человека будущее и была работа. А в данный момент что теперь? Все это закрылось, все это заросло. Перспектив в поселке Мама нет, работы нет. И поэтому люди просто выезжают в никуда. На предстоящих выборах почти все проголосуют как раз за Путина. Они ж друг друга достойны. Но в смысле народ и их божество из бункера. И такое халуйство лишь сильнее развязывает руки пацанам в Кремле. Ведь если стадо не просто терпит, но и хлопает в ладоши, то почему бы не загонять его еще сильнее? Люди уезжают отсюда. Потому что ловить здесь нечего. Здесь своих проблем в городе хватает, как бы там. Мало работы, небольшие зарплаты, еще какие-то моменты. А это уже другой район все той же Иркутской области. Когда-то здесь был один из крупнейших в России химических комбинатов, где трудились целое поколение местных. Раньше здесь весь город работал на химпроме. Там люди семьями работали, там многие работали поколениями. Многие учились на то, чтобы только там работать, и больше ничего и не знали, и не умели. Усолье «Химпром» — это самое крупное в Советском Союзе химическое предприятие. Тут можно часами ездить от одной локации к другой, и все время будут меняться пейзажи. Что было дальше, вы, наверное, и так догадались. Комбинат прикрыли и распилили на металл. Пилили даже городские коммуникации, которые проходят через площадку, оставляя город то без воды, то без света. Пилили все попавшиеся под руку цистерны. МЧСники то и дело выезжали ликвидировать облака хлора или соляной кислоты, которые начали движение в сторону жилых кварталов. И мы бы точно не касались этой темы, если бы не еще один важный нюанс. После закрытия химкомбината все токсичные отходы решили не утилизировать, а тупо зарыть неподалеку, отравив все живое на много километров вокруг. Самое страшное глазами здесь не увидеть. Это 2 миллиона тонн химических отходов. Часть отходов бросили, остальное закопали, чтобы спрятать и потом не нести за них ответственность. В итоге здесь вся таблица Менделеева и концентрации токсичных веществ в десятки, сотни раз выше предельно допустимых норм. Масштабы экологической катастрофы даже сложно себе представить. Но кроме каких-то местных активистов, всем на это плевать. Здесь все – земля, вода, рыба, люди заражены ртутью. И не только ей. Из-за масштабов трагедии, которая тут произошла, Усолье даже называют сибирским Чернобылем. Очень, очень много онкологии болеет. Вот у меня лично свекровка умерла от онкологии. Вот недавно муж у меня. У меня дед умер от рака желудка. Бабушка от рака там тоже чего-то не помню. Вот отец рак горла, брат рак, что-то тоже там у него был, то ли рак печени, то ли чего. Зато на федеральных каналах в режиме нон-стоп переживают за украинскую землю. То там якобы ГМО собираются высаживать. Зеленский продал плодородный чернозем Украины. То есть в числе покупателей находятся и компании, выращивающие сельскохозяйственную продукцию с ГМО. Если есть возможность на такой хорошей земле еще и выращивать подобную гадость, то это двойная радость для всех этих подлых корпораций. То урановые отходы закапывать. Каковы цели покупки украинской земли? И Британия вместе со своими танками «Челленджер», и США со своими танками «Абрамс» поставили на Украину еще и тысячи снарядов с подкалиберными урановыми сердечниками. Эти страны, их правительства особо не заморачиваются тем, что почва и вся окружающая среда на местах может получить радиоактивное заражение. И ты смотришь на это все и не верится, что можно быть настолько циничными подонками. Не надо об Украине думать своими экологическими проблемами, а заботьтесь, да? Но в ответ тишина. А знаете почему? О, друзья, это очевидно.
Путин и компания не просто так на ту же Иркутскую область забили, ведь чем ниже уровень жизни там и сильнее безработица, Приангарье вошло в пятерку регионов Сибири с самой высокой безработицей. Тем больше местных от безысходности идут воевать. Других вариантов же выжить просто нет. Правда, и вернуться с войны шансов тоже немного, с тем учетом, что мобиков из бедных регионов Шойгу и Герасимов используют для разминирования минных полей и лобовых штурмов. Владимир Владимирович, обращаются к вам мобилизованные Иркутской области. Просим посодействовать и разобраться с беззаконным и преступными приказами нашего командования, где из нас солдат территориальной обороны за один день сформировали штурмовые подразделения без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки на убой и напрямую говорят командованию, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой – это получить ранение. И подобное нытье мы можем показывать хоть до завтра. Но на деле ничего не меняется от слова совсем. Ну, кроме того, что с каждым новым гробом из Украины жизнь на этих землях все сильнее угасает. Родные погибших, получив гробовые, переезжают в другие регионы. А молодежь просто уезжает из области, где не видит будущего и перспектив. Не только деньги, но и людей теряет Иркутская область. По статистике, каждый год из нашего региона уезжают по 2000 человек. Наш регион в основном теряет молодежь. В другие города России преимущественно переезжают жители Иркутской области от 15 до 35 лет. В итоге, пока по телевизору рассказывают о величии России, а поехавший Шойгу собирается строить в Сибири новые города. В Сибири в скором времени может появиться несколько крупных городов с населением до миллиона человек. Идею озвучил Сергей Шойгу. Нам необходимо в Сибири построить 3, а лучше 5 крупных центров научно-промышленных, экономических центров. Старые сибирские города скатываются, если не в каменный век, то около того. Скажем, школы заполнены максимум на треть, и проблема не только в детях. Из-за оттока кадров в Иркутской области огромный недостаток учителей. В режиме дефицита кадров находится сейчас рынок труда Иркутской области. Этот показатель достиг своего максимума с начала этого года. В школах не хватает учителей одного из самых важных предметов – русского языка и литературы. Также в число дефицитных кадров попали преподаватели математики и иностранных языков. Педагогов и так было немного, а тут еще царь-батюшка предложил переезд на оккупированные территории Украины. Надо ж кому-то украинским детям мозги промывать. Учителей, чиновников и медиков отправляют восстанавливать Украину и Донбасс. В апреле на Донбасс отправится группа учителей-добровольцев. Педагог Павел Максимов приехал в ЛНР из Иркутской области. Здесь я смогу детям вложить, если учесть, что они 2 года последние ладом не учились. Но важно здесь то, что люди готовы жить в прифронтовых городах, лишь бы хоть куда-то вырваться из тыловой Иркутской области. Интересно, а что мешало Путину построить там образцово-показательный русский мир? Ну так, чтобы не приходилось бабулек 80 лет в школы возвращать. Разучивает со школьниками стихи, учит ребят читать, писать и считать Фаина Филипповна уже больше 60 лет. Такая ситуация в школе, что работать некому. Ну и директор... И зауч, и родители попросили, чтобы я вернулась. А ответ, друзья, как обычно, на поверхности. Русский мир – это продукт исключительно на экспорт. Так, чтобы в том же разрушенном россиянами Мариуполе с барского плеча строить школы или больницы. Жилые дома, больницы, детские сады и школы. На освобожденных территориях Донбасса идет большая стройка и капремонт. В восстановительных работах задействованы свыше 40 тысяч специалистов со всей страны. Самый, пожалуй, яркий пример масштабной стройки – Мариуполь. Дороги, школы, больницы. Работа кипит. А свои граждане при этом униженные сидят. В Иркутской области новых больниц в глубинке не видели десятилетиями. А в сараях, которые работают, толком нет специалистов. Они просто не выживают люди, они не получают медицинского обслуживания. То есть тут нет узких специалистов. Вот у меня отец был сердечник. И если бы здесь был врач-сердечник, он, возможно, смог бы спасти его. Но этого не произошло. Собственно, умер, не получив лечения. Интересно, а чем граждане России хуже жителей Мариуполя? Может, они меньше русские? Или рожей не удались? А правда в том, что на русских-то пиара не сделаешь. Не сделаешь настолько, что на оккупированные территории врачебные десанты отправляют тупо каждый месяц.
Многонациональный врачебный десант в течение 14 дней оказывал высококвалифицированную медицинскую помощь военным и мирным жителям в Донбассе. Глава региона Бату Хасиков выразил благодарность депутату Государственной Думы Бадмеба Шанкаеву и всем врачам-добровольцам, которые вновь отправились в Донецкую и Луганскую народные республики для помощи людям. Новая группа российских врачей-добровольцев прибыла сегодня в Донецк. Волонтерскую программу курирует «Единая Россия». Больницы и госпитали народных республик остро нуждаются в квалифицированном медицинском персонале. А в Иркутскую область? Нет. И Путину глубоко безразлично, сколько граждан России отправятся на кладбище, не дождавшись помощи. Страна большая, бабы еще нарожают. Впрочем, очевидные для нас вещи в России, видать, воспринимают как-то по-другому. Иначе чем еще можно объяснить молчание холопов при таких вводных? Хотя мы вполне допускаем, что люди, которые не видели другой жизни, считают подобное унижение чем-то нормальным. Мол, не жили хорошо, нефига начинать. Ну и скажите после этого, что Путину не повезло с народом. Больше 8 лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!